Если в вашем ноутбуке есть ненужный CD-привод, вы легко можете вместо него установить второй накопитель. Обычно на место жесткого я всегда ставлю SSD. И вот есть такие салазки недорогие, которые идут двух видов, и отличаются они по толщине. Толстенькие — это для старых ноутов, и потоньше — для более современных. В этот корпус просто вкручивается любой накопитель формата 2,5 дюйма с интерфейсом SATA. И таким образом можно недорого сделать свой ноутбук быстрым, установив операционку на SSD небольшого объема. И при этом второй накопитель вместо CD-привода даст вам много места для хранения ваших фоточек и игрушек. В закрепленном комменте я оставлю ссылку на эти салазки, кому интересно. А также вот этот быстрый SSD накопитель на 240 гигов ты можешь получить совершенно бесплатно, благодаря телеграм-каналу SoftFull. Разыгрывать мы его будем 1 июля, так что можешь успеть поучаствовать. Все подробности также в закрепленном комментарии найдешь.